конечно, извините. Ну, скучно, немного начала было. Вот. Надо было сразу там побольше бросков делать. Вот, сразу навал. Что-то немного как-то не так, чуть-чуть иначе. А с чем связываешь? То, что это аутсайдер все-таки, не было такого настроя определенного? Да нет, мы все настраивались, как бы. Я думаю, никто там не дооценил соперника. Все как бы уважали, хотели обыграть. Все ли установки тренера выполнялись сегодня и каков был? Если проиграли, наверное, не все уж. Если бы все выполняли, была победа. В целом настроение в команде какое сейчас? Ну как, горечь поражения. Завтра будет новый день, новая пища. С новыми силами и эмоциями к следующей игре будем готовиться. Спасибо.